Для начала мне понадобится вот такая специальная штучка для оформления концов. И просто буквально любая бисеринка. У меня вот под рукой 11 номер. Я ее и буду использовать. Я пройду через нее, ну, хотя бы 2 раза. Сделаю узелок. И теперь я хожу изнутри наружу. Бусинку вставляю прямо в серединку. Второй конец я тоже, конечно, постараюсь вывести. В принципе, это не так уж и сложно. Вот, хватало. Вот. И закрываю. Все, начало готово. Значит, с этого момента все начинает повторяться. Сначала я набираю 6 мм, 4 мм, 6. Дальше беру бусину, 10 мм, и прохожу через нее. И делаю вот такой набор. Начинаю с бисеринки, затем идет 3 мм, бисер чередуется. И заканчиваю тоже бисером. И прохожу еще раз. И так делаю еще 3 раза. Подтягиваю ниточку. Второй раз. Третий набор. И последний, четвертый. Так вот что получилось. Вот у меня выходит нить. Мне теперь нужно войти в первый ряд. Я прохожу через 11, через 11 номер бисерами, через 3 мм. Снова бисер, пеконус. И следующего бисера я выхожу. Это мой следующий набор. Бисер, прозрачный 3 мм бисер. Так, нить у меня выходит из бисерины налево. В следующем ряду такая же точно, только я буду ходить ее справа. Снова беру бисер, 3 мм, бисер. И то же самое справа, следующий. И снова бисер, 3 мм, бисер. И вхожу в последний. Теперь мне нужно вернуться. Я прохожу через первые 3. Направление нити теперь должно быть обратное. Я выходила в эту сторону, значит теперь я захожу сюда. Через следующие 3
право на дерево. И через следующие три. Вот что получилось. Получилось у нас половинка. Пустая половинка обеда. Теперь вот в эту же прохожу по оставшемуся ряду. Снова бисер. И теперь повторить все сначала. Снова 6 миллиметров, 4 миллиметра, 6 миллиметров и следующая бисерина. И повторить все шаги, как предыдущие. До конца. Всего 7 бисерин. Я померила браслет, мне 7 камушков много. Я решила остановиться на 5. Вот. И теперь я собираюсь сделать затяжку на обратной стороне. То есть опять я беру, прохожу вот эту, беру любую бусинку, как бисеринка вправо есть. Прохожу через нее раз, два. И возвращаюсь вот сюда же. Внутри, наружу. Хорошенько затянуть и закрываю. Вот так. И теперь, насколько мне хватит нити, я хочу пройти второй раз по вот этому ряду, затем закрепить нить и отрезать. И не забудьте закрепить еще вот этот конец. Осталось выполнить замок, повесить и закрыть его.
remplace le capot.